how do you get inspired to go hit legs? You know, it's a million-dollar question. But as Matt Winning always says, you're only as strong as your weakest link. So therefore, we have to strengthen up all the links in the chain. Let's go. How's it feel? That's amazing right there. Consistent. It's not like choppy. There you go. Right, go. Всем привет, друзья! Хотел вот высказать свои мысли вслух. Очень забавная ситуация происходит. Я провожу открытые, бесплатные тренировки в классном центре силы «Салют Гераклион», где лучшее оборудование для силовых тренировок. Многие знают, практически знают все об этом, что могут прийти бесплатно потренироваться под моим руководством, первую пробную бесплатную тренировку. Но желающих не так уж и много. Это о чем говорит? Это говорит о том, что спортсмены настолько обленились, настолько, ну я не знаю, как это назвать, но зато все в своих постах пишут: нужно идти до конца, нужно кровью и потом добиваться успехов, ну, сделать элементарных вещей, собраться и приехать в классном зале потренироваться с чемпионом бесплатно, решается мало людей. Всем привет, друзья, мы находимся в центре силы «Салют Гераклион». Сегодня ко мне на тренировочку пришли ребята. Всем привет. И, в общем, мы вот здесь разговаривали насчет такой темы, тяга сумо. Ну, в общем, определяются ребята, в какой технике им лучше тянуть, сумо или в классике. И вот как раз пришли к такому заключению. Я сторонник классики, потому что считаю, классика – это абсолютная сила. Для чего мы приходим для тренировок? Накрутим сейчас гвоздей. Много лет этим уже не занимался. Еще на память ребят. Ну, вот такой замечательный получился узелочек. На память еще раз. Развязывать. Всем привет, друзья. Направляюсь на тренировку. Салют Гераклион. Жду всех, всех, кто хочет потренироваться вместе со мной в Гераклионе. Приходите. Первая тренировочка бесплатная. Robi przyzwyczajony, jest to, opałem się jeszcze na wareczkę Fury'ego z Wilderem, całkiem fajna walka, można było pooglądać, po rozciąganie 20 minut i mogę niedzielę sobie zacząć, choć na 7 rano mówię wam, że powiem, że chłodno, chłodno, dmucha, chłodniutko jest, ale będzie ładna pogoda, więc stajemy i coś tam porobić, żeby te kości się rozruszały, fajna niedziela będzie, niedziela dzisiaj dzień wolny, nic nie robię, tylko obijam się, objazdy sobie zrobię, zobaczę, zaplanuję cały tydzień, rozpiszę chłopakom, co mają robić i dzień za dniem ucieka i do 23, a potem poprzeczkę sobie zaliczę i potem znowu następny. Ja taki tryb życia prowadzę, coś tam sobie robię, delikatnie pomału, a jak tam u was? Попались извращенцы. Повелись на прекрасные женские попки. Ха-ха-ха. Все для привлечения вашего внимания. Как вы знаете, в декабре этого года мы проводим мега-событие. Чемпионат мира в РПФ. И у нас для вас подарок и сюрприз. Подарок. Это полностью оклейка вашего авто. Прямо на мероприятии. Ребята, мои друзья с компании 5 Plus Detailing будут показывать вам, как оклеить авто. Один из вас будет тот счастливчик, кому они оклеют бесплатно. Все подробности будут под постом ниже в описании. А я повез этих двух курочек дальше.